Сейчас мы вам сыграем мелодию «Ча-ча-ча». А вот и доктор. Вон еще один. Классные углы. Я собираюсь подсадить тебя на допинг. Мы зовем это потертым седлом. Легкий мазок в самый раз. И вниз, и вверх. Заметки доктора Дью. В компании Kona мы производим велосипеды для каждого. И прогулочные, и для гонок чемпионата мира. Все они сделаны для определенных людей. Например, Рик. Он так загружен по пятницам, что мог бы использовать мини-вэн. Но он решает использовать утилитарный байк Kona Ute. С таким количеством пространства для багажа сзади цель достигнута. Теперь Рик ведет здоровый образ жизни. Но по-настоящему круто то, что эта рутинная работа теперь доставляет ему радость. Еще один довольный велосипедист. С такими ценами на бензин Ute разумный выбор. Теперь на сэкономленные деньги Рик может обновить свой гардероб для знакомства с девушками. Стильно. Кому-то сегодня повезет. С Ute парковка больше не проблема. Просто подъезжай и иди по своим делам. Быстрый, практичный. Kona Ute – разумный выбор. That's good stuff.